все разложения числа 10 в сумму попарно различных слагаемых. Вы для каждой такой штуки нарисуете соответствующую картинку. И понятно, да? 10 это 10. 10 это 9 плюс 1. Это 8 плюс 2. 7 плюс 2 плюс 1. 6 плюс 4. Это 6, 3, 1. 5, 4, 1. 5, 3, 2. 4, 3. 2, 1. Между прочим, заметьте, число не очень сильно уменьшилось, а количество вариантов уменьшилось очень резко. Пожалуйста, ребята, вообще на кружке всегда надо не только слушать, но и самому решать. Да? Особенно, чем младше школьники, тем полезнее, что называется, сами. Что? А, еще ведь есть 10-й вариант. Какой? 1 плюс 1 плюс 1. Нет, ничего не поняли. У нас есть на нечетные, там, где слагаемые могут повторяться. А есть на попарно различные, на разные слагаемые. Когда 1 плюс 1, так нельзя. Заметьте, что здесь ситуации, когда вот приходится что-то вставлять в крюки, всем немного. То есть самое трудное, это будет нарисовать там, где 4, 3, 2, 1. Первое. 1 плюс 1 плюс 1 удар 10 раз. Это 7 единиц и тройка. Это 5 единиц и пятерка. 5 единиц и пятерка. 5. Правда, что ли? Да. Да. Так, ну 5 и 5. Такая, чтобы пошла вверх. Да. Так, здесь тогда здесь 2 вы правы. А слушайте, вы правы. Здесь и тогда все. Спасибо. Отлично. Давайте здесь. Это 4 единицы и 2 тройки. Здесь да? Это единица и девятка. Вот прям так? 9 плюс 1, да? Да. Поехали, давайте. А здесь уже это 5, 3 и 2 единицы. Здесь.